легким сердцем отправляете. До поездки в летний лагерь остались считанные минуты. Медосмотр и заполнение документов – завершающий этап перед выездом. 12 ребят из нашего округа отправились на первую смену в лагерь «Алмаз» Русского района. Конечно же, мы будем делать упор на развитие детей как личностей, как индивидуумов, чтобы у них на всю жизнь осталась в памяти эта смена, этот лагерь. Мы, их друзья, они, чтобы им было весело, они были счастливы. В лагере ребят уже ждут интересная образовательная программа, пятиразовое питание и полезные активности на свежем воздухе. Но поддерживать связь с родителями ребята смогут в специальном чате в Телеграме. Чуть-чуть волнуюсь, но в основном, мне кажется, будет там весело и круто. Хочу очень познакомиться с новыми ребятами. Летняя оздоровительная кампания стартовала в Одинцовском городском округе. В этом году загрузка лагерей из-за еще нестабильной эпидемиологической ситуации составит не более 75%. Всего в Подмосковье в этом году у нас отдохнет 274 школьника. И 151 ребенок совместно со всеми ребятами из Подмосковья отправятся в этом году в Крым. Все путевки родителям предоставляются бесплатно. Это за счет бюджета Одинцовского округа и субсидий Московской области. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».